выставка дизайна рекламы. Сейчас она называется «Дизайн реклама Nexum». В рамках этой выставки проходит крупнейший конкурс производителей биоматериалов «Папайя Раша и Лотос». В этом году мы стали лидерами европейскими по конкурсу. Раньше первое место занял французский конкурс. У них было работ всегда на чуть-чуть больше, чем у нас. В этом году мы на 100 работ переплюнули и стали вторым по объему конкурсом в мире после Соединенных Штатов Америки. Вообще изначально выставка строилась по следующему принципу. Принимались только работы, которые производились непосредственно, были выставлены в точку продаж. Сейчас чуть-чуть разделилось. То есть есть первый блок большой, классические номинации. Номинации делятся по деятельности клиента, скажем так. Да? То есть есть продукты питания, есть напитки, есть шоколад, есть алкоголь, фарма и так далее. Соревнуются в трех блоках. Это перманентный дисплей, это temporary дисплей и мини-дисплей. Помимо классических номинаций есть несколько уже классических, но отсутствующих на других конкурсах номинаций. Это концепт, когда клиент дает бриф, и член компании, член Папай, соревнуется в рамках предложенного брифа. Есть хорошая номинация, тоже мы ее придумали компания Virtu. Это студенческий конкурс. То есть студенты разных художественных вузов получают бриф от клиента, разрабатывают дизайн. Есть еще из новинок этого года конкурс припаков. Вообще европейский тренд. То есть большинство продуктов, которые выставлены в дискаунтерах в Европе, они выставлены в формате припаков. У нас есть онлайн-номинации. Категорийное оформление, шоп-н-шоп, какие-то, ну, глобальные истории, которые невозможно поставить вживую. Есть еще блок проектов, которые судятся отдельно в жюри. Это шоппер-маркетинг, диджитал, сайнедж. Они судятся через защиту, то есть компании-участники защищаются перед профессиональным жюри. А мы приглашаем на выставку компании-производителей товаров. Это FMCG рынок, non-FMCG, электроника, продукты питания, алкоголь. Все, что можно себе представить. Потому что нигде, кроме как на нашей выставке, невозможно посмотреть в одном месте срез по всем производителям биоматериалов, которые сейчас активно действуют в России. Приглашаем торговые сети, без участия которых в отраслевом развитии невозможно сейчас себе представить рынок вообще. Помимо этого, мы приглашаем студентов, которые, мы надеемся, займут место в рядах наших компаний, когда нужно смотреть, учиться, потому что здесь, ну, сливки рынка, самые лучшие работы стоят сейчас на этой площадке.